Настоящий карнавал дружбы состоялся в Ульяновской гимназии номер 13. Вот уже 10 лет в школе проходит фестиваль народов мира. В начале учебного года посредством жеребьевки каждый класс выбирает страну или народ, который будет представлять на конкурсе. На этот раз фестиваль посвятили народам нашей многонациональной страны. Почти год школьники от 1 до 11 класса изучали культуру и обычаи выбранного народа, готовили танец и шили костюмы. Ценностью этого фестиваля в первую очередь является то, что узнавая культуру страны, узнавая традиции, обычаи этой страны, ребята, конечно, проникаются, ребята сравнивают эти обычаи с нашими обычаями. И, естественно, это помогает нам в формировании поликультурной личности, помогает нам в формировании толерантного, разносторонне развитого человека. На протяжении всей конкурсной недели гостей праздника знакомили с культурой эскимосов, кабардинцев, чукчей и других народностей, населяющих Россию. Подготовку классов оценивало жюри, состоящее из педагогов, родителей и выпускников. От фестиваля у меня впечатления только положительные, потому что очень интересно смотреть на разные костюмы, на яркие костюмы, на, может быть, не очень яркие, потому что, например, снежные там у эскимосов, например, или у чукчей. Это тоже очень разнообразие костюмов, разнообразие еды. Это очень впечатляет. По словам организаторов, фестиваль народов мира – отличный повод для детей и их родителей подготовить совместный проект. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.